Аленька, скажи, пожалуйста, сложно с компьютером играть? Нет. И вот что ты должна этим человечком с цифрами сделать? Я должна нажимать на кнопочки, и чтобы он ходил по каждой цифре, и они будут исчезать. Ну и какую тебе цифру надо сейчас убрать? Мне цифру надо 3 убрать. 3. Ну давай, показывай, как это будет. Должен признаться, до начала съемок этого сюжета я минут 20 сидел у дисплея и с детской непосредственностью, забыв обо всем, выбирался из лабиринта, пытался перейти улицу, но даже имея 30-летний водительский стаж, почему-то оказывался под колесами автомобиля. Диалог с компьютером мне давался нелегко. Еще я завидовал. Завидовал детям, у которых есть шефы, подарившие маленьким запорожцам дисплейный класс. А началось все с того, что в одном из выпусков программы «Время» был показан сюжет из Японии о детском саде и компьютерных играх. Увидев его, члены комплексного творческого молодежного коллектива одного из запорожских заводов решили и своих детей приблизить к электронике. И создали этот дисплейный класс на базе простой и доступной микро-ЭВМ «Электроника 60». Вы знаете, у нас дети играют с большим удовольствием и с большой радостью, с громадным интересом. И если бы им разрешили играть целый день, они, наверное, играли бы целый день. Наталья Андреевна, ну а вы сами готовы играть? Вы знаете, я тоже с большим удовольствием играю в эти игры, которые заложены в нашем компьютере. Wake up early, clap on some cologne. I'm 85 and I want to go home. Working tech support on the next new phone. I'm 85 and I want to go home. So Dave, me say Dave, me say Dave, me say Dave.